вот если я смеюсь и плачу, значит не очень. Всем привет, меня зовут Оля, и да, наконец-то я решила снять немного другое видео, которых еще не было на моем канале, и это будет тег «Слишком много информации обо мне». Суть этого тега в том, что нужно ответить на 50 вопросов, и таким образом вы меня узнаете немножечко лучше. Итак, вопрос номер один. Что на мне одето? Рубашка. Это Оджи. Вот. Был ли ты влюблен? Ну, конечно. Много раз. Я, к сожалению, очень влюбчивая натура. Было ли когда-нибудь ужасное расставание? Ну, что прям ужасного, наверное, такого не было. Но расставания, да, были. Я же была много раз влюблена. Твой рост. Мой рост 1,70 м. Твой вес. Вес не скажу, никогда его не говорю, никто его не знает, даже мои родители. Потому что я считаю важно не то, сколько ты весишь, а то, как ты выглядишь. При одинаковом весе люди могут выглядеть абсолютно по-разному. Кто-то может быть, допустим, 60 килограмм очень худой, вообще прям тощий, а кто-то может быть прям покрыт жиром. Вот. Есть ли татуировки? Нету. Есть ли пирсинг? Ну да, наверное, если. Но сережки, наверное, уже никто не считает пирсингом. Вот у меня пробит хрящик. Я его пробила в 16 лет. Это было условие моего папы. Он сказал, если ты поступишь в лицей, то можешь пробить ухо. Как видите, я поступила. И вот, еще тут. Эту в 10 лет вторую пробила. Моя любимая звездная пара. Надо подумать. Ну, блин, я так прям не скажу. Ну, пускай это будет Джиган и... Как ее? Оксана Самойлова. Я за ними в Инстаграме слежу. Ну, мне нравится. Пускай будут они. Мой любимый сериал. Тут вообще трудно. Я, если честно, практически ничего такого не смотрю. Вот. Потому что времени нет. Ну, пускай это будет... Пускай. Когда-то мне очень нравился «Отчаянные домохозяйки». А вот из последнего, кстати, посмотрите, «Слуга народа» с Зеленским. Мне очень понравился. Моя любимая группа. Опять тут тоже тяжело ответить, потому что я слушаю все подряд. Как это называется? Меломан вроде бы. Так что прям любимая. Не знаю, когда-то Линкин Парк нравился, но сейчас вообще нету любимой группы. Кто-нибудь, по кому ты скучаешь? Да я вообще часто скучаю. По друзьям скучаю. По Лизе, по Оле. Вот, блин. Там много по кому скучаю. Моя любимая песня. Сейчас моя любимая песня, вообще прям очень нравится, Sting и какая-то французская исполнительница, песня Stolen Car. Очень нравится, я прям ее на повторе могу слушать очень долго. Дальше. Сколько тебе лет? 19. Знак зодиака, телец. Черты характера, которые ты ищешь в людях. Чувство юмора. Потому что тот, кто хорошо именно шутит, как правило, не всегда дурачок. Потому что умные люди, я считаю, хорошо шутят. А остальные чушь просто несут. Еще, наверное, честность. И... Не знаю. Если про девушек говорить, то девушек вообще как-то... У меня немного друзей. А в плане мужчин... Уважение. Вот. Да, уважение к девушкам. Любимая фраза. Вот. В общем, уже, наверное, понятно было по моим видео. Любимый актер. Мне очень нравится Адам Сэндлер. Мне очень нравится Зеленский. И мне нравится актер, который снимался в фильме... Не помню, как его зовут. Фильм «Нюхач», а еще он снимался в фильме... сериале «Измены», который был мужем вот этой девушки. Я вообще его не знаю. Дальше. Любимый цвет. Тоже нет любимого цвета. Много чего нравится. Громкая или тихая музыка? Очень громкую не люблю. И тихую совсем тоже. Средненькая. Куда ты идешь, когда тебе грустно? К бабушке. Иду, когда мне грустно. Как долго ты принимаешь душ? Не очень долго. Как долго ты собираешься по утрам? Я встаю в 6 утра, готовлю кушать, потом я иду в комнату, кушаю и смотрю параллельно видео на YouTube. И вот просто, ну, в таком ослабленном состоянии это длится до 7 утра. В 7 утра я начинаю собираться, в общем, собираюсь я быстро, могу прям за 10 минут собраться
и в 7:30 примерно выхожу из дома. Когда-нибудь дрались? Нет. Что привлекает в людях? Похожий вопрос уже был. Чувство юмора и какая-то, знаете, харизматичность. Что не нравится в людях? Ну, просто бывает, человек не нравится, отталкивает. Тогда я с такими людьми не общаюсь. Причина регистрации на YouTube. Я не помню, наверное, в Google создавала когда-то аккаунт. И, в общем, висит у меня уже аккаунт, это очень давно, может, 2011-го. И уже где-то 3 года я прям смотрю постоянно видео чьи-то. Твои страхи. Потолстеть, боюсь, наверное. Ну, с этим надо бороться. Последние вещи, заставившие тебя плакать. Вообще, я часто плачу от смеха. Прям вот если я смеюсь и плачу, значит, мне очень смешно. А так, я давно не плакала. Правда, вот прям давно. Последний раз, когда ты говорил, что любишь. Сегодня я рассказывала одногруппнице про то, как я люблю семена льна. Но это, наверное, не та любовь. Ну, блин, любовь же. Значение имени на YouTube. Меня так зовут. Последняя прочитанная книга. Вот что полностью прочитанная до конца, это дневник Бриджит Джонс. Вот, правильно называется? На английском я читала ее. А так, сейчас читаю «Точка обмана» Дэн Браун, но все никак не дочитаю. Последний сериал, который ты смотрел. Я уже говорила, это «Слуга народа». Последний человек, с которым говорил. С бабушкой по телефону говорила. Отношения между тобой и человеком, с которым переписывался последний раз. Последний раз я переписывалась с Дмитрием. Хорошие отношения. Любимая еда. Ну, тут понятно. Творог с бананами, семенами льна. Место, которое я хочу посетить. Я очень хочу в Польшу съездить на неделю хотя бы, чтобы с культурой познакомиться, прям с кухней. Очень мне импонирует эта страна. У меня даже вот мысли иногда закрадывались внутри, чтобы там жить. Но для начала хочу вот просто там побыть. Я была там проездом, но хочется прям узнать хорошо эту страну. Последнее место, где я был, в универе была. А если из стран, то... Ну, я ездила летом в Германию. А, после этого я ездила на море в Крым, в Севастополь с бабушкой и дедушкой. По кому сходишь с ума? Не знаю, пока ни по кому. Когда последний раз целовался? Не скажу. Когда последний раз оскорбляли? Не знаю. Честно, как-то давно не оскорбляли. Ну, я уже рассказывала, у Маши видео, под фото мне написали, что у меня голова как у Мело, но это не оскорбление, я посмеялась. Любимая сладость. Я очень люблю казинаки. Вот прям очень люблю. Вообще люблю орешки и все такое, сухофрукты. Это прям любимая сладость. На каких инструментах играешь? К сожалению, ни на каких. Я в детстве хотела очень попасть в музыкальную школу. У нас, знаете, приходили и говорили, вот у нас там, когда недобор на какой-то инструмент, у нас есть, допустим, места, чтобы играть там на габо. И я записалась. Моей маме как-то позвонили, говорят, ваша дочка записалась на габо, пускай приходит. На что моя мама сказала, Оль, ты что, дура, что ли, на дудке играть не будешь? Потом у меня были попытки записаться на цимбалы, но мать снова была не рада. Любимое украшение. Я в последнее время как-то так особо ничего не ношу. Вот я хожу всегда в сережках, часы, браслет. Ну, в общем, это постоянно, не снимаю. Последняя спортивная игра. Водное поло, наверное. Любимая пикап-фраза. У меня нет такой, наверное. Ну, как-то. Используешь ли ты ее? Нет. Последний раз, когда ты с кем-то оттягивался? Оттягивался? Ну, я не скажу, что оттягивался. Это было пару недель назад на каникулах. Мы ходили с моей подругой Олей и с Сашей. Ходили в кафе вечером. Александр тоже там был, мой друг. Вот. Ну, да, потанцевали. Пошли домой. Не прям так уж оттягивались. Кто следующий должен ответить на эти вопросы? Кто хочет. Каждый отвечает на эти вопросы. Вот. Такое получилось видео. Надеюсь, какая-то новая информация у вас в ней появилась. Так что все.
Спасибо всем за просмотр и да, оставайтесь со мной.